Так, дорогие друзья, ты видишь, Настюш? Микрофон включен? Да, мне надо магнезия, можно я сбегаю? Да, беги. Значит, дорогие друзья, по ночам побежал за магнезией наш. А тем временем у меня сегодня должна быть прикидка в отжиманиях на брусьях. И наш дорогой, вельмишановный пан решил в этом деле поучаствовать вместе со мной. Как обычно, захотелось. Так сложилось, что сегодня он жал свои 175 на 4. Сейчас сделал присед и сейчас ломанется вместе со мной на брусе. Решил делать первым, потому что, ну, не знаю, насколько он сделает 75. Ну, сейчас мы посмотрим. Вот он уже идет. Пан Артем, стоять, иди сюда. Поздоровай. Добрый день еще раз. Что ты? Он, видно по нему, что он довольный, потому что жим зашел нормально. Пан Дима пизды слишком много сегодня не давал, да? Ну, как? Я был на волосинку от провала, но я пожал 175 на 4. Но это хуйня, то что будет 180 на 4. Как обычно. Значит, 75. Пан Артем делает на количество. Прошу, давай, друг. Потенциально. Что там? Нет, ты можешь проходить. А, мы еще не начали? Мы начали, ну что, выходи. Рабочая, а ты куда хочешь, туда? Да ничего. Все, забирай, вытекай, да. Что, тяжелый? Да, вы думали, сейчас пробегать. Не начинай. Давай, собрался. Раз. Видно, тяжело, пану. О, два. Наверное, хватит, пан Артем. Я сейчас посмотрим, что у меня получится с этой. С этим весом. Не, мне не то, что важко, она якось раз трясет. Ну, меня тоже трясло, вы помните, друзья. Было много комментариев насчет того, что меня трясет. Аж трясет. Что ты скажешь? Да ну, это не жать. Он сам захотел, блядь. Он сам, ну, что значит не жать? Ну, в смысле, что это важче, ну, это совсем другое, совсем меньше. Ты, получается, делал со мной тогда на брусьях 50 на 8, да? Да. Сейчас сделал 70 на 2, 70. А в жиме 75. 75. А в жиме ты пробавил за тот период не кисло, да? Так я жим тренирую, а сюда я вообще не лезу. Это я вот так. Есть отдельно и уникумы, которые считают, что чуть ли не, блядь, прямая корреляция в жиме и в брусьях. Что ты скажешь? Ну, если они такие, как певні личности, которые думают, что можно набирать на дефиците, то это их проблемы. Отлично, моя очередь, пан Артем, возьмите, да. Поразвлекайте зрителя, пока я буду делать. Та нема чим розважати. Так я ж вам все поставив. Немножко скосив. А, ну, як я як обично. Дай слух, громко мотивируйся. Хорошо. Один, два, три, давай, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Что скажешь, нормальное состояние? Да ну да, глубина была нормальная, вы прям останавливались, чтобы себя стабилизировать, все четко. Друзья, ну 9 раз, в прошлый раз было 75 на 4, сегодня 75 уже на 9, немножечко чуть-чуть прибавил. Пан Артем, как обычно, пошел разбирать снаряды наши. Ну, что могу сказать, вес я тоже прибавил, вчера на подтягиваниях вы видели все это, поэтому пишите в комментах, что скажете, как Димончик по-вашему прибавляет. Пан Артем еще притащил блинов,
Ну, в общем-то, они нам не понадобились. Что ты скажешь? Вот я в прошлый раз брусья делал на где-то 2 недели назад. Было 75 на 4. Сейчас уже на сколько я сделал? На 8? На 9. Что скажешь, нормально? Ну, то це космічна прогресія. Врахував... При тому, що я увеличив собственний вес ще. І вес, і випіття ось 20 раз, і взагалі, ну, це дуже все прогресивно і круто. Це відкриває якісь нові методології в силовому тренінгу. І дехто вже, ну, він, в нього була там невеличка ментальна перемога, але битва все-таки буде програна, скоріш за все. Скажи мені, будь ласка, що щось таке вертілося в голові? Фу ты, боже мой. Получается, вот как ты видишь вот ту мою меру, кстати, вот интересно, что ты скажешь. Почему я в последнее время именно набирал? Почему я не держал вес? Почему я не сбрасывал? Вот именно набирал. Потому что многие пишут, что вот, мол, Дмитрий снова заплыл, так нельзя. В чем ты видишь замысел? Ну, выполнить контрольную точку в найбільш таких для себя несприятливых умовах. І це буде гарантувати її успішне виконання, коли будуть відповідні, ну, кондиції, вага скинута. Я думаю, так. Або щоб просто організм трохи відпочив перед майбутніми згонками. Ну, це теж, да, друзі, ви знаєте, що у нас завжди важна циклічність, то, що потрібно працювати. Якщо ви даєте якусь нагрузку, то потім потрібно дати від неї відпочинок. Це перше. А друге, звісно, ми не вміємо набирати в дефіциті, тому чим більше профіцит, тим більше... Целевых мышечных групп я наберу, понимаете? Поэтому вот за последнее время, почему я потянулся 20 раз при текущем весе, хотя, если ты помнишь, когда мы только начинали, я тогда при весе 130 делал 1, 2, 3 раза без веса. Да. Вот. Потому что сейчас я набрал много целевого мяса, и оно-то как раз мне позволяет вот эти вот задачи решать. Что ты скажешь, пан Артем? Как ты думаешь, что я буду делать дальше? Ну, сгоняться, наверное. Конечно, да, совершенно верно. Сейчас набрана целевая масса, и самое время, скажем так, реализовать. Совершенно верно, огранить этот неоформленный алмаз и представить на выходе какую-то форму, как с позиции результата в упражнении с собственным весом, оттягивания брусьев, так и с позиции внешней формы, которая, я уверен, станет лучше. Абсолютно, аминь. Амінь. Пане Артем, давайте заключне слово, пожалуйста. До побачення, підписуйтесь на канал, і тоді ваші цільові мишці будуть рости, як ви хочете. Супер. Дорогі друзі, ну, а у мене продовжується мій проєкт. Зараз будемо, я думаю, вже в дефіциті показувати то, як впливає зброс собственного веса на результати, як вже було сказано, цих упражнень, підтягуваннях і брусів. К щастю, хоч... Брусья и жимлёжа очень между собой похожи. Так похожи, что аж на брусьях у меня плечо не болит, а жать я пока не могу. Вот. Всё-таки жать я не буду в ближайшее время, буду восстанавливать плечо. А на брусьях буду полноценно готовиться, равно как и в подтягиваниях. До новых встреч. Я думаю, блядь, я сделаю больше. Ну такое тоже. Шатало. Та вы бы сделали. Просто... У вас просто вверху було важко випрямлятися. У вас отсюда толка нормально, а вверху чогось не хватало. Потому що просто ще я мало тренуюся. Це все одно не... Ну це якби закислення, все одно це не означає, що ви там... Ну потенційний максимум, це якби не впливає. Тому що у вас, якщо не закисляться, ви все одно багато можете підняти. Це закислення. Так, Настю, ти хочеш потренувати, чи пойдемо?